популярная актриса и исполнительница шансона отметила 33-летие. На костюмированной вечеринке подруги повеселилась 36-летняя Наталья Рудова. Настасья отпраздновала свой праздник в кругу друзей в одном из модных столичных баров. Вечеринка прошла в гангстерском стиле. Рудова с удовольствием откликнулась на креативный призыв и выбрала роскошный образ шансоньетки. Наталья надела облегающее серебристое мини-платье со смелым декольте и кожаным ремешком. Она дополнила наряд эффектными колготками со швом и легкомысленными бантиками. Ее образ завершили прозрачные перчатки, бра из черных перьев, чокер и повязка на голове с пушистым пером. Наталья сделала яркий вечерний макияж. Для полного антуража актриса прихватила длинный мундштук. «Обожаю костюмированные вечеринки. Как вам образ?» — поинтересовалась звезда у поклонников. Они оценили перевоплощение звезды картины «Be Happy». Мулен Рут, как в фильме «Великий Гэтсби», красотка затмила всех, написали фолловеры Рудовой в комментариях. Настасья Самбурская развлекала гостей песнями в своем исполнении. Она вышла на сцену в изумрудном платье в пол с оголенным плечом. После этого для именинницы и ее гостей спели близкие друзья. Вечеринка прошла весело и зажигательно. В финале артистка задула свечи на торте. Подруги недавно отдохнули на Бали. Настасья иронично высказалась о романе с Натальей. Во время совместной поездки в Канны две именитые девушки стали жертвами мошенников. Самбурская вступилась за Рудову после пошлой шуточки мужчины,